Кадрута Цернея, румынская художница и иллюстратор. Родилась в 1979 году в городе Тыргу-Муриш. Изучала живопись в Университете искусств в Бухаресте и в 2010 году получила степень магистра изобразительного искусства. Говоря о своих композициях, художница утверждает, что они обладают способностью создавать автономную медитативную реальность, заставляя зрителя становиться невольным свидетелем того, что происходит где-то рядом, чувствуя себя почти вуайеристом. Она участвовала в нескольких групповых выставках в Бухаресте, в Национальном музее современного искусства, в Pop-Up Gallery, Victoria Art Center и LC Foundation. В настоящее время Кадрута Цернея живет и работает в Бухаресте, Румыния.